Всем привет! Сейчас мы с вами будем готовить рис по-индийски. Для этого нам понадобится рис, масло сливочное топленое, соль, перец, куркума и, конечно же, вода. Промываем рис, растапливаем масло, добавляем наши специи. Добавляем рис, обжариваем его. Во время обжарки риса каждая рисинка обволакивается маслом. Когда наш рис будет становиться молочного цвета, наливаем кипяток. Убавляем огонь. Накрываем крышкой. И минут 10-15 ничего не трогаем. И можно будет кушать. Приятного аппетита!